душу нужно принести мне. Хочешь, чтобы я это сделала? А кто еще? Подумаю, но обещать не стану. Тогда ты и наблюдатель отправляйтесь. Ярость! Как мило, что ты навестила меня. Полагаю, убийства идут хорошо. Не твое дело, демон. Эти залы словно на месте. Они очень старые и уж точно созданы не раем и не адом. Быть может, это дело рук первых людей? Возможно. Я умна, госпожа, но даже я не знаю всего. Особенно, когда речь заходит о рабочей жизни. Как мило, что ты навестила меня. Полагаю, убийства идут хорошо. Не твое дело, демон. Твой тон тебя выдает, всадник. Как видишь, я был все же прав, да? Тебя и твою родню обманули. Это не тайна. Но кто обманул? Разумеется, ангелов проще всего подозревать. Ты наверняка согласишься, учитывая участь бедного старого буйства. Ты не достоин называть его имя. Нет нужды обрушивать на меня свою мощь, всадник. Взгляни на тех, кто выиграет от твоего провала. Твои враги куда ближе, чем ты думаешь. Итак, сразу три меча, да? Похоже, что да. Всегда всего по три, да? Что-что? Три ключа, три камня, три меча. Предсказуемо, а? Ты с ума сошла? Нет. Просто терпеть не могу, когда так и умеется. Тише. Слышишь? Это не то, что мы ищем. Пойдем же дальше. Погоди. Творец. Ты ничего ему не должна. Знаю. Хочу, чтобы он был должен мне. Тихо, дитя. Тихо.
Я могу отвести тебя к другим таким же, как ты. К людям. Все будет хорошо. Чую, этому отродье не понравилось, что мы здесь. Людям немного это удавалось, но вот в искусстве они были хороши. Что? По правде, мне кажется, это одна из причин, по которой ангелы так им завидовали. Ты хоть раз видела, чтобы кто-то из пташек рисовал? Ты говоришь об искусстве. Сейчас, здесь. Это музей. Разумеется, наше задание в силе. Я просто хотела некоторые совершенно не умеют ценить истинную роскошь этого мира. Алчность. Ярость. Добро пожаловать в мою сокровищницу. К несчастью, вход платный. Плата — твоя жизнь. Забери ее, тварь, если посмеешь. Кому нужен музей, когда можно носить коллекцию вот здесь? Ах, мещанство. И снова здравствуй, ярость. У меня нет выбора в этом вопросе. Ты похищаешь всех своих гостей? Ты не вела бы себя столь неуважительно, знай ты, какую истинную силу я тебе даю. Твоя битва с алчностью доказала, что ты ценишь свою задачу выше материальных благ. Ты готова к более серьезным инструментам разрушения. Еще одна игрушка для меня. Ты слишком щедр. Пустота бури. Используй сумку. Почему бы тебе не отдать мне все свои подарки сразу, раз ты так желаешь вооружить всадника? Уходи. Госпожа, твой талисман. Мы близко. На этот раз наблюдай и молчи. Ярость. Великолепно. Твой судный день настал, Лен. И правосудие над тобой тоже свершится в поединке. Дорогуша. Разве по мне видно, что я собираюсь с кем-то или чем-то сражаться? У тебя нет выбора. Выбор всегда есть, дорогуша. Я выбираю не делать выбор. Слишком много мороки. Я бы посмеялся над тобой, да только лень. Не обижайся, ты славно играешь в нашей поучительной пьеске. Но правда, зачем напрягаться? Это апокалипсис. Ух ты, мне все равно. Все, что меня заботит, это комфорт. Звучит знакомо. Молчать! И как видишь, у меня много-много слуг. Да они живут лишь ради этого. Попробуй, я дам тебе парочку рабов, если ты расслабишься. Я расслаблюсь, когда вы все сдохнете. Надеюсь только, что остальные будут сильнее сопротивляться. Будут.
или не буду отменены. Мне до этого нет дела. Ты ведь понимаешь, верно, всадник? Как все тщетно. Присоединись же ко мне, сбрось груз с плеч и насладись бездельем. Уверен, тебе бы это очень понравилось. Неужели ты оставишь свое задание? Нет! Правда? Великая ярость не позволила бы себе стать жертвой подобной твари. Задание тебе правда по силам? Убив меня, ты как-то повлияешь на этот жалкий крестовый поход. Просишь пощады? Найди в себе как-то достоинство. Лапочки, я позволяю рабам потирать мне зад ангельскими крыльями, пока я вкушаю утренний чай. Достоинство лишь выдумка, как и равновесие. Разве ты не утомилась? Еще как. Но и самый изнурительный бой выматывает меньше безделья. Великая ярость не позволила бы себе стать жертвой подобной твари. Задание тебе правда по силам? Ярость, как мило, что ты навестила меня. Из-за вас разразился конец света, и мы... Мне неизвестно ничего о заговоре против тебя или твоего задания на Земле. Среди своего рода Узиэль один из достойнейших. Это не значит, что никакого заговора нет. Как видишь, у меня по горло своих забот. Возможно, мы сумеем заключить сделку, всадник. В последнее время силы моего воинства иссякают. И с каждым днем потери только растут. К своему ужасу, я узнал, что моих собратьев убивают те, кого можно назвать нашим кошмаром наяву. Нежить, неприкаянные мертвые ангелы. Демоны также стали целью. Их тоже утаскивают в царство нежити. И кто, на твой взгляд, за это в ответе? Единственный, кто способен на столь безбожные деяния, это похоть. Похоть? Ты выжил из ума. Я прежде встречала его. Он не владеет подобной силой. Но почему ты уверена, что мир таков, каким был прежде? Если верить слухам, некий демон наделил похоть силой одолевать войска как небес, так и ада. Он наживается на конце света. Он превращает ангелов и демонов в нежить. В бездумных тварей, способных лишь на жестокость и разрушение. Если я уничтожу похоть и решить твою дилемму, ты предложишь мне что-то взамен? Такую сделку ты мне предлагаешь? Верно. Я сделаю все, что в моей власти. И как знак нашей доброй воли, всадник.
Пусть этот крестовый клинок послужит тебе в твоем походе против похоти.